Thank you.
я, конечно, Брамс – это уже вершина эпохи романтизма, но давайте мы сейчас обратимся к началу эпохи романтизма в музыке, которую очень ярко и оригинально представлял в первой половине XIX века поэт фортепиано Фредерик Франсуа Шопен. Действительно, Шопен появился буквально из ничего, на пустом месте, и он, в хорошем смысле этого слова, и он действительно стал энциклопедией поэзии для фортепиано. Но мы вам сейчас покажем, что не только для фортепиано, но и для виолончели фортепиано. Итак, прозвучат два ноктюрна в версии для виолончели и фортепиано. Фредерик Шопен, ноктюрн ми бемоль мажор.